Друзья, всем салам алейкум. Вы на канале Газель24. Сегодня посмотрим самый простой способ, как накачать ноги без больших залов, без там штанг, тренажеров, набатан, на самом простом колесе. Такое колесо бывает везде, можно закопать. Если нету, то можно в огород закопать себе, тренироваться. Номер у него где-то 50-60 сантиметров, это вполне достаточно. Номер два, кладем одну ногу сюда, одну вот так, и как получается, как бы пристань на одной ноге. Впереди идет много интересного. Обычно камазовское колесо закапываем в огород и все, и тренируемся. Никаких залов у тех людей, у кого нет возможностей и тому подобное, друзья.